Россия самая большая по площади страна мира. Касаясь трех великих океанов, она лежит, раскинув города, покрыта сеткой меридианов, непобедима, широка, горда. Константин Симонов. Где расположена Россия? Российская Федерация, Россия – это страна, в которой мы живем. Россия занимает площадь 17,1 миллионов квадратных километров. Это самое большое по площади государство в мире. Россия располагается на северо-востоке Евразии. С востока на запад страна протянулась на 9 тысяч километров. Когда жители Калининградской области, лежащей на берегах Балтийского моря, утром только просыпаются, на Чукотке и Камчатке уже готовятся ужинать. С севера на юг континентальная часть страны протянулась на 4 тысячи километров. Большая часть территории нашей страны лежит в Азии, но близость к европейской цивилизации всегда была важной для истории, культуры и экономики России. Бескрайние просторы России нашли отражение в художественной литературе и изобразительном искусстве. Стали визитной карточкой нашей страны для иностранцев. Особенно необычно они для жителей Европы, где небольшие по площади равнины и горные массивы чередуются с населенными пунктами, полями, садами, лесами, похожими на парки. Когда европеец попадает на территорию России, то его не покидает ощущение огромного, не имеющего пределов пространства. Общая длина границ России по суше и морю составляет более 60 тысяч километров, что в полтора раза превышает длину экватора. Государственные границы страны на большом протяжении проходят по естественным рубежам, побережьям морей, горным хребтам и крупным рекам. Длина морских границ России около 40 тысяч километров. Берега нашей страны омывают 13 морей, в том числе Каспийское море-озеро, не имеющее связи с мировым океаном. Наша страна по суше и морю граничит с 18 государствами. Государственная граница с некоторыми странами совсем короткая, с другими, например, с Китаем и Казахстаном, она тянется на несколько тысяч километров.